Всем привет! Ну вот у нас и шестой день битвы сайтов. И перед началом этого сайта хочу сказать, что сейчас мы разыграем вот этот потрясающий автомат Галиль по марафону скинов. А также завтра у меня на канале пройдет еженедельный воскресный розыгрыш. Все условия в описании под видосом. Так, мы переходим на видео, которое участвовало в розыгрыше. Нужно было лайкнуть это видео, подписаться на канал и вот здесь вот в комментариях написать под видосом комментарий из 5 слов. Сейчас узнаем, кто же станет обладателем вот этой Галили из тех людей, кто выполнил все вот эти вот условия. Смотрим. Ага, целых 12 комментариев. Вот это да. И кто же станет победителем? Ну-ка, кто же это? Это Даня Кнаутс, да? Ну, дайте мне выиграть хоть раз. Ну, дайте мне. Блин, я вот раз, два, мне выиграть. Ну, что, пятера есть. 5 слов у тебя есть. Отлично. Даня, я тебя поздравляю. Сейчас мы проверим подписку. Подписка есть и лайк. Все на месте. Данил, ты выполнил. Даня, ты выполнил все, в общем, условия. Все условия ты сделал, все правильно, ты большой молодец, а это значит, что ты становишься счастливым обладателем вот этого вот автомата Галиль Перестрелка. Тебе нужно под свой комментарий, я еще даже тебя не лайкнул, написать, в ответить, трейд-ссылку свою скинуть, и я тебе отправлю твой Галиль. Ну, надеюсь, ты с этим простым заданием справишься, вот. А завтра у нас примет участие в розыгрыше вот этот вот статрек АУК Код Истребитель. То есть завтра в марафоне скинов участвует этот статрек Код Истребитель. Все, что нужно, это поставить лайкос именно вот этому видосу, подписаться на канал, открыть свой профиль и под вот этим видосом написать комментарий минимум из 5 слов. Ни там, ни предлогов, там, ни букв, там, ни дефисов, там, да, символов, а именно 5 слов. Ну, а я иду на тот сайт, на котором сегодня мы будем пытать свою удачу и проверять сайт на наличие яиц. Ну, вы, наверное, уже все загадались, да, что на шестой день у нас остался именно этот сайт. Сегодня на балансе, 200 рублей с промокодом. Новые кейсы. Я хочу новые кейсы эти тоже потом покрутить. Один Посейдон, Ареса, Аид и Зевс. Вот. Но сейчас мы будем открывать 10 кейсов по 25 рублей. А стой, подожди. У нас же тут должен быть бесплатный кейс, да? Я же 200 закинул. Давай откроем, посмотрим, как мне выпадет нож с лезвием крюк. А, нет, просто ярмедянка просто выпадает. Ну, ладно. Я думал, нож с лезвием крюк выпадет. Потом сейчас мы, короче, улетим в звезды. К звездам полетим. Сильвер не будем открывать, потому что это будет не совсем честно. Я на тех сайтах делал 10 апгрейдов, проверял, да. Поэтому мы... А, нет, подожди, тут есть армейская за 25 и... Че, детектив Пикачу какой-то есть? Подожди, а есть... А вот звезды. Мы пооткрываем звезды и посмотрим, что из них выпадет. И все, что из них выпадет, мы, короче, залетаем в апгрейды, да. Вот. Мы залетаем в апгрейды. И смотрим, что... А давай мы откроем 5 раз звезды и 5 раз там вот эти армейские там посмотрим. И посмотрим, что же нам навалит. Не, если механная пушка выпадет, естественно, я ее апгрейдить не буду. И если выпадет механная пушка, я однозначно признаю, что этот сайт с самыми большими яйцами. И... Так, подожди, если 5 раз... Я 5 раз открываю. 5 это 125, да. 5 раз открываю. И сейчас мы на другой пойдем. Я признаю, что это сайт с самыми большими яйцами. Ну, механа пушка не выпала, поэтому пока что я не могу сказать, что это сайт с самыми большими яйцами. Пока что сайт с самыми большими яйцами это Just Case. Вы не поверите. Я бы ни за что не поверил, что Just Case может победить по итогам этой недели. Ну, тем не менее, с фактами не поспоришь. Ох ты. Закрученный бы, наверное, подороже стоил, да? Закрученный бы, наверное, стоил подороже. Вихрь джунглей. И все. Сейчас мы полетим в апгрейды и там будем... Ну, 10% будем пробовать, смотреть, как... Ой!
Ну ничего себе, слушайте, но вот это армейское оружие, то есть вот это я однозначно апгрейдить не буду, потому что не буду апгрейдить, что и все, что надо что-то люди забрать. Ну без апгрейдов как бы сотка, по крайней мере вот это вот покрашено круче Изика, по крайней мере вот это вот круче Изика на данный момент. Вот так-то. По крайней мере, это круче Изича получается. Нет, тут без бал. Тут полный шлак. Шлак, аншлаг. Так, теперь мы за 95 ставим. Смотрим, что есть. Так, статрек 5 камни. Два. И смотрим. Ну, тоже ничего же, да? Тоже ничего же. Отлично. Так, а за 130 давай поставим. Кровавая паутина. Поджигатор. Прикольное название. Поджигатор. Фух, ну, Джаст, зараза. Джаст, он пока сволочь такая лидирует. Я очень не хочу, чтобы победил Джаст. Кейс. Кейс батл. Докажи, что ты круче. Докажи, пожалуйста, что ты круче, что ты с самыми большими яйцами, что твои шары по сравнению со всеми остальными шарами вообще просто рядом даже стоять не могут. Просто у тебя это... пока что у тебя это херово получается, да? Ну, надеюсь, все-таки получится. Ну, по крайней мере, ты будешь на втором месте, как минимум, там, да? Ты как минимум будешь на втором месте. То есть второе место ты занял, ну в чем прикол второго места, если это все фигня, да? И last попытка, ребята, блин, сука, я не хочу ни за что сказать, что этот долбанный, сраный, вшивый Just Case становится победителем. Конечно, это мой, как он там, рейтинг выстроенный на, прям, на чем он выстроен? На полной херне, короче, на моем субъективном мнении выстроенный рейтинг там, да, вот, и тем не менее, ну что, 6 дней битвы сайтов за плечами, первое место это Just Case, второе место это Case Battle, и третье место это Easy Drop, остальные три сайта, а и на четвертом месте что там было? Майк Кейс, какая-то... Короче, херня какая-то была на четвертом месте. Ребят, в общем, все. 6 дней за плечами. Видели все сами. Решать только вам, на каком сайте открывать, на каком сайте не открывать там, да? Вот. А на этом я ставлю большую жирную точку. И не забывайте, что завтра у нас воскресный розыгрыш, а также марафон скинов. Принимайте участие, подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. И всем пока и до новых встреч.